Всем привет, дорогие наши зрители и подписчики канала на YouTube. Итак, у нас 3 июля, среда. Время сейчас начало 11-го. Я отправляюсь сейчас в Бежецкий район, в Бежецу, на шугаринг. Давно я хотела тоже попробовать. Ай-яй-яй-яй. Какой ветрюга у нас ужасный, просто ужасный. Дело в том, что, кстати, наверное, Илюшкина группа занимается, да, физкультура у Илюши. Дело в том, что... Так, сейчас, секунду. Хочу посмотреть ребенка своего. Илюша даже меня увидел, помахала ручкой, что Вероника на группу, смотрю, еще не гуляет. Так, ладно, возвращаюсь к тому, с чего начала. Еду на шугаринг. Еду я бесплатно в качестве модели. Получилась такая очень интересная ситуация. 23 или 24 июня я наткнулась на объявление в Инстаграме, что требуются модели для шугаринга. Ну и, соответственно, я позвонила, думаю, почему бы не попробовать. Но самое интересное, что там, когда я позвонила, уже осталась только область бикини. Ну, она такая, давайте попробуем там туда-сюда. Я записалась, и, знаете, после записи я такая, думаю, ни разу не пробовавши сразу так область бикини, думаю, как это вообще по ощущениям болевым. Я так сначала испугалась, думала даже отказаться, но на мое, наверное, счастье, она мне написала, позвонила буквально за день до, мне надо было ехать 26-го, она позвонила мне 25-го, что девочка, которая должна была учиться, то есть делать это, она заболела. И, короче, это все отменилось. И я такая была, честно, была такая счастливая. Думаю, как хорошо, что отменилось, потому что, ну, на самом деле, страх присутствовал, ни разу не делавшие, и сразу так. Поэтому она меня, короче, добавила в их чат моделей, и вот написали, что нужны модели на ноги. И, соответственно, сразу откликнулась, и сейчас еду, поеду пробовать. Как это, насколько по болевым ощущениям, но ноги, я думаю, что это будет не так сильно больно. Единственное, что у меня... Видите, наверное, плохо видно, очень сильно болит нога. Вот этого укуса, там красное пятно, я мажу и пила эти лекарства противоаллергенные. Пока не особо результат виден. Так, на улице ужасный ветрюк, несмотря на то, что солнышко греет. Просто зимой. Даже в кофтах, и детей в кофтах, что находила в сад. Все, бегу на маршрутку. И уже увидимся там. Я уже сижу в кабинете, жду начала. Сейчас пошли мастер мыть руки. Штука рабочая. У нас ручки должны идти как черпачок. Вот так вот как бы. О, да. Вот таким образом, да. Вот эта рука у нас всегда делает натяжку. Да, то есть наносим вот таким черпачком. Тремя пальцами, да, скажем так? Да, как правило, 3 рабочих пальчика у нас идет. Всегда лучше всего начинать вот с этой поверхности бедра, с внутренней голени. Почему? Потому что здесь хорошо смешивать пасту. Здесь зона не такая горячая, меньше шансов залить. Если начнем вот с этой части, можно сильно влипнуть, когда паста еще не приработана. Ну что, я хочу сказать, закончила я шугаринг, уже вышла. Девчонки, это на самом деле здорово, то есть я ожидала намного худшего, что будет больно, что будет как-то неприятно. На самом деле, ну есть, конечно, отдельные места, там в области колен, например, если с той стороны снизу, колено чашечки, там, да, есть небольшая неприятность, неприятная немножечко, больновато. А так, в принципе, все здорово, все классно, все хорошо. Очень-очень довольна своими ножками. Единственное, конечно, такой момент, что несколько дней, там, получается, у нас где-то дней 5 получилось у меня до записи, не брить ноги. Конечно, вот это мне не очень приятно, там, неделю, дней 5 ходить с хорошими ногами, тем более сейчас лето, выходишь в платьях, в основном, там, в шортах. Это, конечно, небольшой нюанс, но в основном все хорошо и все прекрасно. Она меня завтра взяла на область бикини. Честно, я боюсь. Вот этого я реально боюсь. Как бы я
давайте созвонимся вечером, говорю, я подумаю, и там уже определюсь. Да, да, нет, нет. У них там просто девочка тоже не может прийти одна, которая записывалась. Она говорит, приходи, я не знаю, говорю, я подумаю. Сейчас иду на остановку. Можно было прямо оттуда выйти на ту улицу, но там так очень долго идти, потому что здесь не проходят маршрутки, которые мне нужны, чтобы уехать нам в Советский район. Поэтому иду уже на остановку, которая ближе, мне как не показалось. Хотя, не, наверное, все-таки здесь было ближе, да, чем если переходить полную улицу на другую сторону. Так, ну что, я давно дома пришла. Пришла у нас Владик гуляет. Хотя маме даже не позвонила, что уходит. Я с папой сказала. Папе, ну мама не позвонит. Я пришла, папа спит. Угу. Мама знает, я знаю, где мой ребенок гуляет. Позвонила, когда приходи домой, пообедаешь, чай попьешь. Я начинаю монтировать наш вчерашний влог. И сейчас буду готовить ужин. То есть на ужин у нас гарнир есть. Курицу я купила, зашла голень куриную. Сейчас тоже начну жарить ее. Особо не спешу, потому что Сережа все равно не ест курицу практически. Очень-очень редко. Владимир, вода согрелась сегодня. У нас после того, как поменяли трубу на кухне, почему-то вода моментально горячая включается. А вот что касается ванны, то есть она сначала еще такая летненькая, а потом только нагревается. Это уже не первый день замечаю. Блин, мне же надо позвонить Дом.ру еще, сейчас точно, пока это не забыла. С Дом.ру тоже, не знаю, говорила в вчерашнем влоге, не говорила в вчерашнем влоге. Какая-то фигня творится. Поменяли нам новый роутер, поставили. Нагрелась, нет? Нет. Блин. Ладно, включи прям на всю горячую. Да, прям поверни, прям на всю горячую печь. Да, на всю, да, пускай. Знаете, я вообще не поняла фишки. У меня первые там 3 дня нормально все было. Потом вроде бы то же самое ничего. То есть по выгрузке влогов, то есть когда как. На последние дни, вот результат. Даже сейчас, смотрите, видно, не видно, не знаю, Wi-Fi нету. Как, блин, нету Wi-Fi, если он включен? Что за нафиг вообще? Ребята, понятно? Это Apple. Причем, иди ты в задницу своим Apple и Android. Дело не в этом, Владик. В этом. Иди. У Android лучше интернет. Что ловит лучше? Ван Гога. Да, телевизор тормозят во время показа фильмов. Что сейчас случилось? Вообще не работает. Я что-то не поняла. Ты Samsung не попил. Ну-ка, принеси ко мне, Владик, этот... пароль наш новый от Wi-Fi. Так самое интересное то, что последнее время у меня вылетает тупо интернет, значит, Wi-Fi даже на телефоне просто. Вот в одну секунду он может пропасть. У меня даже со старым такого не было. Я вообще не понимаю, в чем дело. Я вчера позвонила в Дом.ру, но получилось так, что мне надо было уже уходить, что... Попробуем? Я помню, 239. Да, ага. Подожди, просто получилось так, что, Вадим, если не дай бог, я уж неправильно тебе дам, нам было уже уходить с Илюшей на тренировку, и плюс ко всему у меня выгружался в это время влог, я думала, приду, все быстренько сделаю, раз, два и готово, думаю, как раз приду, там 9 часов, начало 10-го, позвоню, а пришла к тому, что у меня просто влог вообще завис. Иди, неси пароль, я помню, помнилка. Это пароль. Принеси мне, пожалуйста, его. Вот лень лишний шаг сделать. Серёж. Оу. Всем пока, да? Сергей уходит ночью на работу. Ладик справляется гулять. А я иду... садись мне в садик. Сами это сделали. Тут уже начал... Тут милиция что-то стояла, приезжала сюда. Бог его знает. Так, ладно, все. Иди с папой. А, ты так пойдешь? Так папа идет уже туда, в ту сторону. Какая разница? Ну и что? Илюхин. Всем привет. Привет. Мы сюда даже не здоровались. Пришли домой. Ну, влажилось это мое. И пришли домой из сада. Куда ты помчался? Сейчас я напишу тебе, подожди. Ты показал. Ладик, посмотри. Я видишь, что Влад, я смотрел альбом. Что ты? Что-то Владик уже пришел прямо как никогда. На полтора часа раньше аж, да. Посмотри, куда все смотрят. Илья, потом, хорошо? Мы это уже смотрели, все, просматривали. Так.
Что, Данька ушел? Ой, какой ты грязный сзади. Где ты валялся? Как всегда, поросенок. Есть поросенок. Пришли домой с Светой. Вера, иди хоть поздоровайся. Я сразу пока выложила влог, пока занялась интернетом. Блин, самое убийственное то, что меня выбесило. Им, блин, звонишь туда, они начинаются. Выключить то, отключите это, мы с вами проверять, а деньги-то капают. Короче, у меня баланс на телефоне немного, все, что там мне было, все у меня просто ушло. И самое интересное, что результаты я так не получила, потому что мы сейчас соединимся со специалистом техническим. Я прожила, наверное, минут 5 на линии, провисела. У меня ушли последние деньги, что были на телефоне, и все. Сейчас мне надо опять, я положила деньги на телефон, надо опять перезванивать, блин. И опять сейчас уйдет дофига. Ну, потому что там у них именно домашний, ну, наш брянский телефон. Привет всем, да? Да. Ничего себе. И снимают у меня нехило. С это. Ну. Давай! Или куда-то с папиного позвонить. Папа же, по-моему, безлимитка, но не помню, безлимитка у него домашний идет или не идет. Вот это я не помню. Ого-го! Не, вы ничего не видите. Все тут все видели. Вы это. Все видите, ничего не. Хрюша моя пришла с улицы. Так, убирайте все, давайте. А что я сказала вам сделать? Вот она. Вот она. Вот она пришла. Твоя звезда. Самое главное. Ну, Геда, потряси еще давай, да, свои. Не надо меня лизать, не надо меня лизать, не надо меня лизать. Такой у нас ветрюга. Видите, жалюзи, надо их закрыть. Обнимашки, как же без них. Иди, Грязнова, снимай футболку. Вышли мы на улицу, мы гуляем с Гердой около нашего дома. А Владик у нас остался дома мыть полы. Я пропылесосила, Владик пропылесосила, не мыли уже несколько дней, не то что несколько дней, уже не пять. Я говорю, ты мышь полы, я иду выгуливать собаку на улицу. Сходили, купили Герде костей. Кстати, у нас там такой магазинчик есть, не очень, вообще палаточка. Ай-яй-яй-яй, там кости, что-то есть прям хорошие, мясные, и цена, и на них всего 50 рублей за килограмм. А мяса на них достаточно, даже можно для себя варить суп, ну вот если так вот. На самом деле очень много мяса на них. Гер у нас и хлопает с удовольствием. Детки на площадке на спортивной играются. Ай-яй-яй-яй, как это комары, опять мошки летают, кусают. Боже мой. Гер, иди побегай пока, иди побегай. Вот объясните, что делает вот этот тут ребенок, который называется Вероникой. Ты хочешь себе лицо ободрать? Слезла оттуда. Гера у нас познакомилась еще с одним другом, да? Только что носились, тут с ума сходили. Пошли, грязнуля. Пошли, грязнуль. Пошли-ка домой. Почти час уже гуляем. Надо уже кушать, да? По люлям мыться. Пошлите. Умно. На старое окно нацепить сетку москитную. А то, что она не закрывает полностью окно, ну это ерунда такая. Ты что делаешь, Илья? Какое яблоко? Слезь с покрышки быстро. Шины с этой. Шины. Слезла быстро. Мам, помоги, это такой спал. А зачем ты сюда залезала? Объясни, пожалуйста. Нет. Вот объясни, зачем ты сюда залезала? Пока не грохнулась? Эти яблоки есть нельзя. Мы все равно их вырастим. Пошлите, вырастешь. Что ты вырастешь? Мам, подними, пожалуйста. Вероники легко. Так, пошлите домой, все. Пожалуйста. Куда тебя поднять? Вон туда, где яблоко. Ты соображаешь? Я тебя оттуда не подниму, Вероника. Туда. Закинуть на дерево, может быть? Да, мам, давай, класс будет. Пошлите домой. Курица у меня давно уже готова на ужин. Пришли мы домой, вот кормила Герту. После улицы наносилась, набегалась, напрыгалась. Я сейчас себе, так скажем, на гарнир у нас есть, что приготовлено уже. А я с деткам по себе сейчас делаю салатик. Точнее, делаю салатик. Сегодня делаю сметану, что сметану вчера делала с оливковым маслом. В общем, прям что-то на сметану мне пробило. А хотелось бы вкратце ответить на вопросы, которые задавали в комментариях по поводу Илюшиной школы, что хотелось бы сказать. Насчет школы еще ничего не известно, вообще ничего не известно. То есть на следующей неделе, понедельник, я пойду в школу, которая находится около нас.
сдам, помню, там будет заявление, например, сдам документы туда, потому что пока еще, во-первых, начнем с того, что я еще не до конца определилась по поводу спортивного класса, потому что очень много «но». И плюс ко всему, у них там еще на данный момент не все решено с документами по поводу этого класса. То есть автогимназии отказались уже, куда изначально планировалось, теперь это в другом районе. Там что-то решает вопрос с документами. И когда он будет решен, еще неизвестно. А у меня, получается, ребенок сейчас нигде. То есть, естественно, мне это не надо. Я лучше уже, чтобы 100%, пускай документы лежат в этой школе, а там уже ближе к августу время покажет, то есть куда, что и как. Так, что касается рабочего места Ильи, тоже был вопрос. Будем делать постановку, будем покупать второй стол. Честно, сейчас пока ничего сказать не могу, потому что у нас сейчас немножко такая подвешенная ситуация, о которой пока мы рассказывать не будем. Кто-то уже знает, кто уже там читал комментарии, кто-то, может, догадывается. Я пока это комментировать не буду. Пока не знаю. Вообще, конечно, второй стол нам нужен, соответственно, для Ильюши. Как это, конечно, пока будет выглядеть, пока еще, честно, пока не сказать не могу. То есть мы думаем, мы планируем, как бы, но ближе к августу месяцу, конечно, уже будем определяться. То ли мы поставим второй стол в комнате у мальчиков, то ли же пока Илюша будет делать уроки в Вероникиной комнате, ну, там хороший, прекрасный стол, то есть, соответственно. Короче, сейчас у нас все пока немножко в подвижном состоянии, то есть мы вообще, многие, наверное, знают, не знают, мы планируем продавать квартиру эту, не покупать ни другое жилье, хотим, но, есть очень большое но, то есть то, что то жилье, которое мы хотим сейчас купить, ему могут купить раньше, чем мы продадим квартиру, потому что там цена более-менее адекватная, и люди долго ждать нас не будут, скажем так. Поэтому, если, конечно, то жилье, которое мы хотим купить, продастся, то от продажи этой квартиры, соответственно, мы сейчас откажемся. Пока еще там ничего не продано, не решено, у нас пока ничего не продано, поэтому здесь какое-то подвижное состояние немного, и, короче, не знаю, что будет дальше. Время покажет, будем решать, будем определяться. Так, ладно, все, да я готовлю салат, надо детей... Этого водяного вытаскивать из ванны и садиться кушать. Что, вы замерзли? Холод. На улице. Да вы что? Глянь, мне злявки позамерзли. Вася, ты свои ножки погоните. Вообще-то тепло. Да ты что? То-то ты его сделал как раз залез. Бегом. От теплоты, наверное, да? Чтобы спать. Да, конечно, ага. Нас и попрятали свои. Ты что ковыряешься, не могу понять, что тебе нужно? Потому что она тепленькая, красивая шерсть. На тепленькая, красивая шерсть? Да, я к ней хочу шерсть. Тепленькая. Кто ты? Гер, ты что там, с ума сошла? Что там потеряла? Жалу, или нашла? Смешная. Герда! Герда, Коля. А Герда, что ты делаешь? Сейчас я ей разыграюсь. Время спать. И тебе тоже спать пора. И тебе тоже спать пора. Поняла меня? Мне нет. И кошка. Гердыч, это странное. Гердыч. Так, все, на этом мы с вами заканчиваем сегодняшний наш влог. Будем ложиться отдыхать. Спать, да. Я сегодня еще, блин, как назло, сняла постельное белье. Мне сейчас так сильно хочется его, но надо у нас в зале. Белье. Так, все. Всем хорошего настроения. Всем пока-пока. Ребята, он вылез. Не забывайте нажимать на красную кнопочку и на колокольчик. Да, Герда, вам тоже про это же говорить, да, Герда? Да, я Герда? Жубатая. Жубатая. 3 миллиона 20 подписчиков. Да, и Герда тоже хочет, видите. Ох, аж чихнула, бедняжка. Все, всем. Илья, делка, поправь свою. Вот туда, оттуда вытащи. Она там у тебя вся. Да. Владик, отпусти ее. Yeah.